Если спектакль наберет силу, то мы с вами, Евгений Юрьевич, перед началом разговора публичного говорили о том, что, и вы правильно заметили, что Шагал – фигура мировой популярности, но мера притяжения в Европе, скажем, она сильнее к этой фигуре, она больше привязана, нежели на его родине. То есть я не понимаю, за счет чего? В России. Потому что скажем просто, что он просто там больше работал. Этим объясняется? Да, в спектакле есть эта сцена в Лувре после его смерти. Там вообще много сцен после смерти. Ну, собственно, да, я так понимаю, что это вот последнее его дыхание, последние секунды. Да, но после смерти, это веселые сцены. Вы считаете, что они веселые? Очень, да, так это для него веселые. Ну, да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».